Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Kung Fu Master. Ну что, пойдем? Тренировка у нас. Так, атакуем. Как обычно, против всяких тут стикманов воюем. Уровень пройден. Так, выберите. А что нам тут выбрать нужно? Супер панч. Берем. Дабл. Принять. Окей. Опа-на. Что это у нас тут? Фига себе, я протонулся. Бомби, бомби, бомби их. Замечательно. Еще какие-то лучники. Прошли этот этап. Тут уже выбираем сами, что нам нужно. Так, либо нам к дамагу. А давай возьмем к дамагу. Так, мувн. Это что у нас тут такое? Можно мне посмотреть? Нифига себе ударчик. Ну, нормально. Так, мне бы, знаешь, что надо? Поставить одну кнопочку. Так, максимальное ХП. Выбираем. Ивент. Что такое? Подожди секунду. Так, какой-то чувак стоит. Так, я, наверное, знаешь, что поставлю вот сюда вот кнопку определенную. Так, ну что, друзья, давайте посмотрим, что у нас тут он предлагает. Взять. Либо... штормовой меч, либо четкий уничтожитель. Ну давай я меч возьму. Ох, ё. Ты видел, что он мне там дал? Какие мечи? Ты посмотри на эту красоту. Офигеть. Да, конечно. Просто всех покромсали. Вообще на изи пошли. Level up мы зарабатываем с тобой. И что нам это дает? Ух ты. Первый день нам дают 10 тысяч. На второй день нам дают суперчар. Блин, диван, а это Белл. Я согласен. Часть первая. Экипировка. То есть мы можем с тобой взять вот этот меч, еще и апгрейдить. История. Мы можем... Ну что, старт? 5 энергии тратим? Ого, Роган. Слушай, а если я, например, вот посмотрю рекламу, они мне дадут Рогана? Давай проверим. Не знаю, что там произошло. Выберите блок, флэш и блэйдшторм. Ну давай блэйдшторм. Я не знаю, что это такое, что оно нам дает. Оба, смотри. Ой-ой-ой, как вас там много. Фига он косит их. Налево и направо. Но тут было легко, понятное дело. Так, дамаг. Я беру дамаг. Бой. Как сосунков. Так, враг. И все? Критический удар повышается? Нет, давай. А, тут еще, ребята, и лимит, оказывается, есть. Ивент. Мы выбираем либо ивент, либо в бой. Я, естественно, выбрал ивент. А если не хочу брать эти клинки? Муф. Поехали. Стадия 1-4. Неплохо так раскромсули. Йо. Вот это я апперкотик сделал сейчас.
прошли. Так, а что же нам взять? Ну, давай я, наверное, возьму все-таки атаку. Элитка. А что за элитка? Ой-ой-ой. Это типа элитный монстр был. Мы его так быстро закумарили, что он даже ничего не успел сделать. Опять же, легко все только с самого начала. А это что такое? Опа-на. А ты еще кто такая? Восстановление ХП или повышение атаки? Давай ХП. Мувен. Да, русского языка, конечно, в этой игре нету, но ничего страшного. Пока можно все и так понять. Ать. Тихо, 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 ребята, успокоились. Е. Тут было легко. Батл. Вот тебе и кунг-фу, мастер. Конечно, лучше всегда со спины нападать. Давай-давай-давай, бомби их всех тут. Это знаешь, как этот человек Росомаха, ё-моё, точно. Я думаю, кого он мне напоминает. Так, флеш. Ну давай деф. Деф возьмем. Мыв. Что за хламоны? На изи. Опа. Я не понял, ты что за лучники тут еще появились? Фига себе, из-под тишка бомбит еще по мне. Босс. Друзья мои, босс. Ой-ой-ой. Ха-ха. А чё ты не идёшь сюда-то ко мне? Фига, он чё ещё умеет? Вторая фаза, что ли, у него началась? Ну как так-то? Как же так, а? Чуть-чуть осталось по нему. Квест пройден. Слушай, мы с тобой набрали каких-то шмоток. Так, забираем 50 кристаллов. А здесь что? Еще 20 кристаллов. Ну, явно кристаллы нам для чего-то нужны. Новый скилл открыт. Зайди, говорит, в магазин. Бесплатно открыть сундук. Билет. Какой-то билетик и материал для крафта. Также можно получить сундук, если посмотреть рекламу. Давай я посмотрю. Так, выпала шапка. Золотой материал. Так, а тут можно еще смотреть, еще. И так, видимо, до бесконечности, да, я так понимаю. Смотри, что можно здесь сделать. Билетик один у нас всего лишь. И что нам выпадет? Еще один билет. Крутим. В
685 монет. Слушай, можно еще, наверное. Это нужно 10 видосов глянуть или что? Короче, проверим. А, это 10 попыток у нас. Ну, неплохо. Я думаю, что я это за кадром уже поделаю. Так, экипировка. Значит, у нас есть меч, который мы можем с собой улучшить. 36, 40. А что мы тратим? Тратим деньги и материал. Шлем. Так, тут защита 210, тут 48. Естественно, я возьму этот шлем. О чем тут, ребят, можно говорить? Дальше, броня. Броня вся первого уровня, я смотрю. Дефа дает 18. Например, возьмем с тобой вот эту вот и улучшим ее. Аксессуаров нет, рун нет, ботинок нет. А вот это что такое? Секунду. Три одинаковые. Ах, вот еще как. Система крафта. Даже не крафта, я бы сказал, улучшенная система по улучшению шмоток. Материалы. Также можно улучшать, что ли, получается? Ну, давай проверим. Все, я понял. Понял, ребята, как это делается. Артефакт. Артефактов у нас, к сожалению, пока нету. Ну что, теперь я могу. А вот этот будет лучше, нет? Нет. Все равно этот лучше, как ни крути. Поэтому оставляем этот. Так, апгрейд. Есть. Ну, наверное, пока. У нас история, челлендж мод есть. Есть квест, который мы выполнили. Естественно, мы за это берем награду. Таланты. Тут еще таланты есть, оказывается, которые прокачиваются, я тебе скажу. И почта. На почте пока ничего нету. Надо будет за кадром все, ребята, вот здесь вот проюзать хорошо мне. Все посмотреть. У нас второй уровень. Ну что, погнали. Это получается у нас... Ага, здесь мы прошли. Тут есть еще элитный режим, но он пока закрыт. Поэтому играем на нормал. А вот здесь почему-то не дают нам 10 с тобой за 10 энергии. Но, видимо, и награда будет шикарнее. Ты посмотри. Вау. Мечети можно собрать. И этот меч тоже, видишь, у нас осколки. Так что, ребята, battle begin. Поехали. Так, что выбираем? Дамаг. Давай дамаг, наверное, возьмем. Супер панч. Прикольно. Ну, мне Роган понравился. Вот этот вот, который с клинками бегал. Ну что ты стоишь, улыбишься мне? Погнали дальше. Так, выбрать. Когда убиваем, мы восстанавливаем 1 хп. Вот это, кстати, неплохо. 1 хп надо, ребята, восстанавливать. То есть, типа вампирика. Ну, не вампирика, а за счет убийств восстанавливаем себе здоровье. А вот суперудар у нас, конечно, слабоват будет. Давай. Расколбасили. Выпадает нам шлем. Так, восстановление здоровья. Берем. Поехали. Еще лучник там лезет. Супер
спортзар пока не будем тратить. Ну, нету, ребята, в этом надобности. Пока справляемся вроде бы сами. Ивент. Да, я хочу на ивент пойти. Ох, ё-моё. Ну что, ребята, глянем за рекламку. Ну, ох, ё-моё, вот это коса. Вот это я понимаю. Нифига себе. Вот это она рулит. Ты посмотри. Просто без вариантов. У врагов не было просто шанса на выживание с такой-то косой. Прикинь. Так, тихо. Вообще ништяк. Мне нравится эта штука. Это коса по мне. Я хочу такую заработать себе. Так, касдаун. Флайхит. Давай деф возьму. Готов. Да просто топ. Ты посмотри, что она делает. Какие тут шансы у врагов вообще могут быть? Я не знаю, ребят. Ноль. Опа. Смотри-ка. А это что за щитовики еще тут? Не понял. Так, у меня пошли траты. Ну-ка. По барабану. Да, здесь бы, конечно, какое-нибудь другое оружие. Но не мой меч. Конечно, со спины надо бомбить. Так, на 10 уровне, не забывай, будет босс. Возьму, наверное, вот это вот. Ивент. Ага, смотри, у нас либо бой, либо ивент, либо заточка. Я возьму ивент. Так, чувачок тут стоит. Спасти людей, проигнорировать. Спасти людей. Мувин. Поехали. Тихо, лучник. Ух. Слушай, это почти как босс, ё-моё. Смотри, у него сколько хп. Огромный плюс, что он медленный. На. Ну куда ты там отходишь? Ты посмотри на меня, а. Да иди ты сюда, господи, все. Опа, ботинки, друзья. Так, битва или... Битва? Хорошо. Такс. Крит. Критовку, ребят, подниму. Отлично.
Да этот из-под тяжка по спине бомбит, а? Ты посмотри, что вытворяет супостат. Готовы. Это 13-я стадия второго уровня. Сколько тут вообще стадий? Скажи ко мне на милость. Какую-то руну выбили только что. Давай, давай, бомби. Есть. 169 комбо. Улучшаем. Ивент. Пошли на ивент сходим. Так, босс будет на 16 уровне. Ну это... Так. Навестись. Блин. Там был вопрос какой-то. Все, ребят, я понял, там надо отвечать на вопросы. А я думал, кликаешь себе. Ивент тоже мне дали. Это что, это не босс? Ну, чувак. Ботинки. Слушай, он припарил меня чутка. А у меня энергии не хватает, да? У нас же здесь вампирик стоит. За убийство восстанавливаем ХП. Еще вытворяет. Е! Уничтожили его. Пошли дальше. Руби, 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 руби. Ух, замечательно. Слушай, у меня вопрос только другой. Почему мне здоровье отнимало сейчас? А, то, что они, наверное, своими этими мечами, что ли, рубят? Не могу понять. Трындец, ты посмотри, сколько у меня здоровья осталось. А сейчас босс будет. Скоро уже. Руби, 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 руби. Есть. Сейчас чуть-чуть осталось. Нормально. Блок. Давай-ка я заточусь. Give me. Ага, он мне дал 124 кристалла. Я-то думал, что мы с тобой будем затачиваться. Но нет. Пошли на битву. Пока нормально все идет. Ну-ка, это что у нас такое? Блин. Скелеты какие-то уже поперли на нас. Блин, на самом деле я хотел не такой удар. Я хотел вот такой. Как это я, интересно, пойду к боссу с таким количеством ХП? Серия атак. Ну давай возьмем. Босс. Вот ты прикинь, сейчас будет босс. Ай. Чего?
Смотри, что вытворяет, а? Смотри. Она жестит. Где она сама-то? Ух. Давай, наверное, ХП. Так, мне дадут шанс? Да, мне дали шанс, друзья мои. Есть! Там кольцо, кстати, выпало. С этого босса мне выпало и кольцо еще. Вторая часть выполнена. Шикарно. Так, я так понимаю, это увеличение награды, наверное, идет. Или что, фиг знает. Давай глянем. Ага, мы с тобой сразу и уровень еще подняли. Четенько. 5000 монет, 20 кристаллов, еще 10 кристаллов. Новые скиллы открыты. Челлендж мод открыт. Так, экипировка. Это я понял. Они меня сейчас только этому обучают. Так, материалов очень много. Мне нужна экипировка. Или в шоп зайти? Нет, я лучше в экипировку. Потому что здесь у нас есть вот. Что дает он? Это нам дает ХП. Это колечко нам дает ХП. Экипировали. Ботинки. Все ботинки одинаковые, поэтому я, наверное, сделаю следующее. Мерджи. Эй, а почему? Тут еще таланты. Ага. Новый талант. Фига себе. 15 уровней у этого таланта. По прокачке. Здесь за квесты забираем. А куда? О-о-о. Это часть меча или что, ребята? Или это уже готовый меч? Ну-ка, дай-ка гляну. Какая красота. Ты посмотри, насколько он крут. Тут по 40 у нас, а здесь 108. И крит, восьмерка. Апгрейд, конечно, апгрейд, ребят. Наш пауэрап вырос. Показывает, что можно броню еще усилить. Усилил. Ботинки. А, так у нас разные ботинки. Смотри, эти темные, а эти какие-то светлые. Дефа дает 12. А это дефа 6, понял. Одеваем. К сожалению, улучшить я не могу. Шлем. Ну, шлем у меня будет по-прежнему мой старый. Погоди-ка. А смотри-ка. Этот шлем тоже нормальный, зеленый, ребята. А что такое изи? Блин! Что я нажал? Какой-то... Ё-моё, ребята, нажал непонятно чего. Что, сразу в бой? Нет, подожди, тут... Тут 3 поединка всего. Или сколько? 25 поединков, вы серьезно? Так, уже чувачки с бомбочками тут пошли. Да, ребята, это... Душа волка, это что такое? Слушай, ну меч солидный. По крайней мере, по дамагу чувствуется, что он вообще... Топчик. Тебе сейчас там еще похиляют, схиляется он мне. А, это шаман. Вот кто их хиляет. Все, здесь тоже нормально прошли.
Blade Armor. Так, а можно мне вот эту вот поставить кнопку? Так, друзья, не успел нифига поставить. И тут начали прижимать меня, пока я там кнопку на паузу нажимаешь, там немножко экран меняется. Я помню, что за бумочка там у него? Шаман, что тебе надо здесь? Фига, он там хиляет. Ботинки. Так, пауза. Так, ребят, ну все, расставил кнопки. Сейчас будем смотреть. Ничего себе. Мне понравилось. Души волков полетели, да? Видим? Отвали. Так, еще один рассыпался. И последний. Хлыщеныш мелкий. Так, что у нас тут? Угу, дамаг. 1% к хп, ладно, возьмем. Элитка. Где элитка? И я там псих наяривает. А что если это взяла? То есть это какие-то клинки вокруг меня крутятся и наносят урон противникам. Понял. Замечательно. Тут я их расколбасил. Ивент. Good job. Такой вот ивент был. Поехали. Оу, щитоботы эти. Ты-то что там стрит? Вот это плохо, ребят. Когда лучники тебя со всех сторон окружают, это... Это не есть гуд. Да хорош, сколько вас тут. Вот бы мне хилочку бы где-нибудь. Давай, последний, есть. И хпшки с тобой мы все восстановили. Что там опять? Опять с бомбочками. Уйди, нечестивец. А эти с щитами им по барабану. Все, я понял. Им пофиг, что я на них там выпускаю. Игнорировать блок в течение 5 секунд. А, вместо чего? Вместо клинков. Вместо клинков. Ну так себе клинки, на самом деле. Нормально тогда. Броньку выбил. По-моему, какая-то новенькая броня была. Убить 300 противников. Выполнили с тобой задание. Ух, топово. Элитка, опять элитка. Ёк-макарёк. Ну вы серьезно что ли, блин? Они взяли еще элитку в щит. Так, у нас с тобой есть пробивание брони. Я что-то не вижу, чтобы мы пробивали свою прям броню.
Так, манну взял. Сейчас. Ага. Держи карман шире. Как он туго прибивается, а? Так, накопим манны сейчас. Ну это не серьезно. Блин, вот это хп, что мне дается, это на всю игру, ребят. Обалдеть. Твою налево, блин. Жесть какая-то была. Мне нужно срочно восстанавливать хп. Это еще что, лучники, блин? Ребят, вот это мне стрел сейчас навтыкали сейчас. Да, отлично. Ивент, давай ивент возьмем. Я не знаю, в чем будет заключаться здесь. Ух, меч. Мне дали меч, прикинь. Ух. Я сейчас не знаю, у меня, правда, хп мало. Трындец, ты посмотри, что он теряет. Да ты развернись, господи. Неужели мы взяли немножко с тобой хп? Так, то есть я понял, ребята, что это дается 3. Вот сейчас у нас остается 2 попытки. Да, восстановим с тобой здоровье. А если я посмотрю? Ага, друзья мои, восстанавливает мне 606 хп. Ну, это же совсем другое дело. Да. Шикарный меч. А если мы вот так сделаем? Этот там еще и хлещет, понимаешь? И меч, конечно, шикарный. Мне нравится. Блин, его, конечно, тяжело так. Его надо именно со спины. Или когда он раскрывается. Шуфартнул я его. Элитка. Кто там у нас элитный, я не могу понять. Давай, наказывай их. Нет, эти ребята какие-то тугие, если честно. Их просто так, их просто так не подбить. Смотри, а. Надо что-то такое брать, чтобы пробивать щиты. Я не знаю, есть ли такое здесь. Ивент. Взяли. Аспирин. Антипюретик. Анальгин. Давай вот это вот возьмем. Мне 40% хп восстановили. А точнее полностью.
Так, поехали. О, меч-то у меня мой старенький меч. Блин, мне тут понравился меч. Крутой. Ух. Что-то, друзья мои, мне не нравится такой расклад. Давай, 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 давай. Ну ты-то тут стоишь с бомбочками со своими. Просто смотри, что происходит. Мясорубка. Я хочу крутой меч. Не вот этот, который у меня, а крутой меч. Ивент. Так, что ты там задашь? Хорошая работа. Угу. Она мне прокачала скилл, по ходу дела, вот это вот, да? Уходим, уходим, не туда ты. А, нету. Мне кажется, что врагов, по-моему, становится с каждым разом все больше и больше. ХПшечку взяли немножечко, правда. Так, босс будет на 25 уровне. Мы сейчас на 19. Да, мы дальше с тобой без прокачки-то фиг пройдем, чувствую я. 3.20. Я еще представляю, какой тут будет босс, блин. Уже чуваки с топориками. Небо называется печали. Ох, там за колбасы идет. Друзья, капитальный. Я немножко в шоке. Вот так вот издалека их нужно бомбашить. В этом есть какой-то смысл. Чтобы они не подходили просто к нам. Ну, я. Еще 5 уровней и все. А это что у нас? В основном здоровье. Видишь, как он из-под тишка по спине хотят бомбить. Нормуль. Всех в расколбас. Ну, это было легко, на самом деле. Совсем немножко остается и будет босяцкий. Ну, вот это я ненавижу, ребят. Ну, вот как вот так вот можно делать? Ну, зачем? То есть мне нужно будет и с этим драться? А, он стрелы может отбивать? Я не знал. Я серьезно не знал, что мы стрелы можем отбивать. Давай, вставайте. Блин, ну вот это бесполезно. Броню больше мы не пробиваем. Закончился у меня.
Так, еще немножко, друзья, и будет босс. Рест. Что такое рест? Фиг его знает, что такое рест. О, ё-моё, сколько тут. Естественно, вначале нужно с этой мелкой сранью разобраться. С этими шаманами, которые хиляют. И эти, которые бомбочки нам разбрасывают. Хила, хила, хила этого. А то он и себе здоровье восстанавливает. И своим этим. Ну, вставай, давай. Я убил? По-моему, убил. Нет, вот сейчас я его только убил. Так, накопим сейчас с тобой на пробитие брони. ХПшечка уже радует. Есть. Ну что, друзья мои, 23-й этап пройден. Погнали. Бомбочки полетели. Просто их там все в кучу, правильно? Так ему надо. Мне на голову снаряды летят. А мне хоть бы что, да? Уходим. Да куда ж ты запустил-то? Рэй, ну ты молодец. Не в ту сторону. Не в ту сторону ты выпустил волков. Души волков. Так, ну что, босс, друзья, босс. Надо было догадаться, что это будет какой-нибудь шаман. Ой. Хорош. Фига он там шпарит. Каким-то огнем. Ёк, макарек. А, он еще и хиляет тебя. Ну, трындец, короче. Фига, он завалил меня. Ну-ка. То есть он, короче, хиляется. Че он там выпускает такое по земле? Не пойму, не могу понять. Он что-то выпускает, ребята. Я не знаю, что с этим делать. Все, я не смог пройти. К сожалению.
этим оружием, которое не наносит урон, плюс он что-то... Так. Конечно, тут надо затачиваться и... Ух, затачиваться мы можем по полной программе. Плюс руны. Руны, я вот пошел тогда в поединок, даже не посмотрел, что делают руны. А они, видишь, дают к атаке, плюс их можно... Естественно, прокачивать, что немаловажно. Плюс таланты. В общем, и шкатулка, рулетка удачи, да? Вот это вот. Тоже тут все смотреть. Вдруг выпадет тебе Сорон или Роган. Было бы прикольно. Ну что, друзья, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.